Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости. Мы рады вас приветствовать в этом замечательном месте на солнечном берегу в Турции, в городе Кемер, в этом прекрасном отеле Park Resort. İyi akşamlar sevgili misafirlerimiz. Bu güzel otelden, bu güzel ülkede sizi görmek çok mutlu. Hoş geldiniz herkes diyoruz. Итак, под ваши бурные аплодисменты встречайте наших очаровательных принцесс, наших участников и первый выход в национальных костюмах. Şu anda sizden kocaman bir alkış bekliyoruz. Çünkü bizim kızlarının sahneye ilk girişimiz olacak ve siz şu anda çok güzel halk kostümler göreceksiniz. Участница под номером 22, Кушнирова Кристина, Республика Беларусь, город Минск, 20 лет. Занимается боксом и йогой, закончила учится в университете и изучает языки путешествия. И учится в Минском университете. Ваши аплодисменты. Кушнирова Кристина, 22 номер, катылынча, Минск, 5, Русия. Спортивный выход наших участниц. Evet, şu anda sizin kocaman alkışlarla tekrar bizim katılımcıları sahneye alacağız. Bu sefer spor kıyafetleri bize gösterecekler. Kocaman alkış. Представляем вам показ коллекции, которая называется «Королева Меха». Дизайнер Вера Черепова. Şu anda Vera Черепова'nın коллекцион izleyeceğiz. Kürk Kralcısı. Sizin alkışlarla sahnede tabii ki bizim katılımcılar. Kocaman bir alkış yapalım. Diğer içeri baba sahneden. Bizim kızlar da yeni koleksiyon. Сейчас позвольте вам представить известного дизайнера, президента дома моды Зайнаб Джамалова. Зайнаб Джамалова и ее коллекция, которую покажут наши участницы под ваши бурные аплодисменты. Şu anda Zeynep Cemalova'nın yeni koleksiyonu izleyeceğiz. Bizim katılımcılar sahnede olacaklar. Друзья, ваши бурные аплодисменты. Kocaman алкыш yapalım bizim kızlar için. А сейчас еще раз под ваши бурные овации несмолкаемые встречаем выход вечерних
с платья. Под ваши бурные овации. Şu anda en güzel ve en heyecanlı sahne çıkış olacak. Çünkü şu anda bizim kızlar adet kıyafetlerle burada olacaklar. Sizin kocaman alkışlarla. Призов от компании «Тирани Кутюр» приглашаются представители России и странах СНГ Оксана Яковлева. Оксана Яковлева, Оксана Чарюрус, «Тирани Кутюр», дан визим мисафирин. Категория «Мисс» Кристина Кушнирова, Минск. Кристина Кушнирова, «Мисс» категория. Дорогие друзья, и сейчас волнительный момент настал, потому что у нас был очень, очень жаркий спор, и мы решили вручить два гран-при. Один гран-при вручить в модельных титуле, один в конкурсе красоты. И для вручения титула... Bizim bugün iki tane kazanıcı oldu. Karar veremedik. Model olarak ve en güzel kadın olarak iki kategoride kazanıcı olacak bugün. Гран-при Top Model International 2017. Гран-при Top Model International Model 2017. Приглашается представитель компании Cat Tour Гюрай Бей. Гюрай Бей kazanıcı sunacak. Sahneye davet ediyoruz. Обладательница титула Гран-при Топ Модель Интернешнл становится Кушнирова Кристина. Гран-при Топ Модель Интернешнл 2017 Кушнирова Кристина. Сизин алкышларлы. Thank you.
изучаю Беларусь. Учусь в Минском университете, занимаюсь спортом, йогой, боксом, изучаю языки, работаю в Милане, а также по всей Италии моделью. И безумно рада, то, что меня пригласили на этот замечательный конкурс Miss International, в котором я победила и заняла одно из главных мест Гран-при. А также выражаю большую благодарность журналу «Модному дому», который предоставил мне шанс быть на обложке ноябрьского журнала. Я счастлива быть лицом журнала «Модный дом» в ноябрьском номере. А я буду в журнале в декабре. Спасибо, «Модный дом», спасибо, Беатрис Малаховой.